В Ненецком автономном округе стартовал фестиваль «Арктическая волна». На протяжении 3 дней для любителей творчества пройдут мастер-классы по написанию музыки, видеосъемке короткого метра документального кино и основ звукорежиссуры. О первом дне фестиваля расскажем в следующем сюжете. Знакомство с первой темой и бурное обсуждение, каким будет будущий проект. Андрей Вокуев пришел на мастер-класс по написанию музыки целенаправленно, ведь именно с этим искусством он связан уже достаточно много лет. Вообще я занимаюсь звукорежиссурой, занимаюсь музыкой, пишу, свожу и все, что с этим связано. Вот, я думаю, мастер-класс как-то пополнит мои знания или освежит. В рамках фестиваля в Нарьян-Мар приехали профессионалы своего дела и опытные наставники, чтобы передать свой опыт и знания творческой молодежи, что может послужить хорошим толчком для развития сферы культуры. Я думаю, что это очень хорошая идея, это получение знаний, притом бесплатные знания, поэтому это прекрасно. Посмотрим, как все будет проходить и что мы в конце получим. Идейный вдохновитель фестиваля Сергей Крысанов. Когда-то он сам, проживая в регионе, столкнулся с проблемами развития именно в сфере творчества. Идея пришла у меня в феврале этого года. Вообще идея давно во мне зародилась, потому что мне всегда казалось, что в Нарьян-Маре не хватает какого-то профессионального навыка ребятам, которые занимаются творческими вообще различными там деятельностью. И хотелось, просто я сам когда-то здесь точно так же начинал, да, заниматься, и я уперся, так сказать, в потолок. И хотелось как раз-таки организовать что-то такое, чтобы более опытные люди, артисты, какие-то мастера, чтобы они могли передать свой опыт людям, чтобы они могли тебя погрузить в это вот состояние более профессиональное. Сейчас для молодежи проходят мастер-классы по 3 направлениям. Написание музыки, видеосъемка короткого метра документального кино и основы звукорежиссуры. Все эти занятия напрямую связаны с созданием творческого проекта. Если брать, допустим, кино, вот, которое, да, снимаем, короткометражный фильм, он будет готов, да, не прям по концу 3 дней, но они как раз таки отснимут полностью материал, который в дальнейшем сделается фильм. Это будет вроде что-то отчета о нашем вот событии, то, как это будет происходить. Сейчас идет активная работа над изучением на каждой из творческих площадок, где каждый из участников получает новый опыт. В будущем Сергей планирует создать целую команду профессионалов из местных творческих ребят, участников фестиваля. Идея вообще продвигать это в течение нескольких лет подряд. Ребят, которых мы сейчас набрали, мы хотим сделать из них такой определенный комьюнити, которое будет со временем как раз-таки с нами работать с моей школой Wild Wave, которую я открываю вот на базе этого фестиваля «Арктическая волна». И из этих ребят я планирую там через 2-3 года сделать полноценных артистов, полноценных профессионалов, которые будут работать в продакшн-сфере вместе с нами, вместе с «Волной», вместе с моей школой и вместе с моей музыкальной командой в том числе. «Арктическая волна» – это фестиваль современного музыкального искусства, включающий в себя разные мероприятия от концертов до образовательных мастер-классов. Василий Хатензейский, Антон Водряков, телеканал «Север».